ВСУ использовали новые британские ракеты «Бримстоун» против вражеских танков. Поражение вражеских табуреток произошло молниеносно, что враги не успели опомниться, как вылетели через люк на десятки метров вверх. Это первое боевое применение таких ракет в Украине, и результаты просто поражают. Если так пойдет и дальше, то враг будет несколько раз думать, прежде чем тащиться в своем металлоломе на украинскую землю. Ракеты «Бримстоун» хороши тем, что сами наводятся на цель, выстрелил и забыл. При одновременном залпе сразу нескольких ракет, каждая из них наводится на свою цель. Дальность применения ракет составляет 12 километров в наземном варианте. Хотелось бы больше, но это тоже неплохо при ведении загоризонтного боя, когда цель находится вне зоны видимости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмякайте на колокольчик, оставляйте свои комментарии. Поддержать канал можно по реквизитам в описании.